Машину остановили быстро! Это частные территории. Вы грунт свалили? Вы туда свалили только что грунт. То есть реально такая картинка, бандитский Петербург, лихие 90-е, какие-то мелкие царьки-решалы. Сейчас иначе подъедут, качнут с тобой на чичи-гага хочешь, как хочешь. Причем какие чичи-гага? Гудбай закон, да здравствует вот такая вот система, которая вот, ну, Вась-Вась, рука руку моет. Статья 247 Уголовного кодекса, части нарушения правил обращения биологически опасных веществ отходов. В Ленинградскую область приехали экологи, и мне посчастливилось с ними познакомиться и пообщаться. И в процессе общения они вообще перевернули круто мое восприятие по экологии, и я принял для себя решение присоединиться к их движению. Совсем недавно команда «Экорейд» приезжала в Ленинградскую область, в поселок Кузьмовский, где мы снимали ролик. После съемок возвращались обратно и столкнулись с тем, что увидели колоссальное количество свалок, несанкционированных свалок, не только бытовых отходов, но и отходов 4 и 5 класса. Это как следствие того строительного бума, который переживает современный Санкт-Петербург и Ленинградская область. Есть кто-нибудь? В каждой точке, в которой мы находились в Ленинградской области, посмотрите, вот такие вот навалы отходов 4 и 5 класса. И все это потом сверху заваливают, разравнивают с таким видом, что здесь все замечательно, все прекрасно, можно строиться, жить, и все будет у вас хорошо. Абсолютно наплевав на все нормативно-правовые акты, на все процессы того, каким образом это должно быть в соответствии с наличием определенных технологий, допусками, лицензиями. Пожалуйста, продолжают и дальше. И дальше продолжает выгружать, абсолютно не боясь закона. Чем отличается у нас как бы одно единое правовое поле, там другие регионы страны, там, в том числе там Санкт-Петербург, Ленинградская область? Задача заставить бизнес работать по-честному. А там реально это возможно? Там... В белую? Да. Совсем немного не доезжая до КАДа, мы увидели эту несанкционированную свалку в жилом районе Парнас. Кто разрешил? На каком основании эта свалка здесь? И почему до сих пор местная администрация это оставляет в таком виде? Так или иначе, мы видим, что работы здесь много, и команда «Экорейд» решает остаться и продолжать дальнейшие свои расследования. Оставайтесь с нами, следите за ходом событий. Это команда «Экорейд».